Встретиться с настоящим Дедом Морозом мечтает каждый ребенок. У 50 ребятишек из детских домов Москвы и Подмосковья эта мечта сбудется. Новый год уже давно прошел, а воспитанникам из домов-интернатов, которые находятся под патронатом благотворительного фонда «Расправь крылья», продлевают праздничное настроение. Их отправили в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. В гостях у зимнего волшебника дети проведут 3 дня. Там ребят ждет насыщенная программа. Это экскурсии и непосредственно общение с Дедом Морозом. У каждого ребенка будет возможность лично пообщаться со сказочными персонажами. Это и Снегурочка, и Леший. Ну, их очень много всех. И каждый раз, когда дети возвращаются из Великого Устюга, даже те, которые стали уже сомневаться насчет наличия в нашей жизни этого волшебства, как-то вот начинают заново верить. Сказочное путешествие – награда за победу в конкурсе по оформлению новогодних поделок. Авторов самых красивых благотворительный фонд совместно с РЖД по традиции отправили в гости к Деду Морозу. Такое путешествие организовывают уже 4-й год подряд. Эта поездка для многих долгожданная, ведь дети смогут лично попросить у новогоднего волшебника то, о чем они мечтают. Я попрошу видеокамеру с флешкой снимать, куда мы поедем с бабушкой, природу и все остальное. Дети из интернатов, которые не поехали к Деду Морозу в этом году, написали ему письма. Эту почту отвезут в Великий Устюг те, кто победил в конкурсе и выиграл поездку к сказочным персонажам. И зимний волшебник обязательно исполнит желание всех, кто хорошо себя вел.